деле, заявки на проведение финала Кубка России были поданы несколькими городами. Была заявка и от ВТБ-арены, были заявки поданы со стороны Саранска, со стороны Ростова, Екатеринбурга, Балтики и в том числе и Самары. Мы приняли решение сегодня о создании юношеской футбольной лиги Ю-17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении года. В первом турнире примет участие 12 клубов, 12 команд, которые имеют наибольший рейтинг среди футбольных школ и академий. Да, туда и войдут, соответственно, клубы нашей премьер-лиги, но также и войдут школы, которые, соответственно, не представлены никак ни в ФНЛ, ни в ПФЛ.